Инспекция детской площадки на улице маршала Жукова прошла в рамках партийного проекта «Городская среда», а также контроля за реализацией программы «Подмосковье. Территория перемен». В ней приняли участие депутат окружного совета Андрей Яцишин и Олег Цуцков. В ходе мониторинга они встретились с местными жителями, которые попросили продолжить пешеходную дорожку через детскую площадку, а также отметили отсутствие качелей. Оба вопроса депутаты взяли на контроль.